Я не умею плавать, спасибо. Женечка, посмотри на меня, закрой глаза, я тебе дам ручку. Закрыла? Да. Пошла! Пошла! Первая пошла! Помогите, я не умею плавать! Игорь! Игорь! Спасаю, спасаю! Так, вот, подталкивай, подталкивай, давай. Хорошо. На канале Анидака ты сможешь найти различные забавные ролики по Майнкрафту, крутые монтажи и общение со зрителями ждет тебя на этом канале, поэтому заходи и подписывайся. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня вместе с Игорем и Жекой мы продолжим играть в детский сад в Майнкрафте. Да, ребята, всем привет. Всем привет, ребята. Ребят, как обычно, забываем ставить большие пальцы вверх, потому что чем больше лайков мы с вами сможем брать, тем больше серий мы продолжим записывать вот таким составом. И, ребята, не забывайте подписываться на наши каналы, все ссылки есть в описании. И также, ребята, не забывайте писать свои положительные комментарии, мы читаем все комментарии, на самые интересные отвечаем. И давайте наберем 5000 лайков для того, чтобы ссылочку на эту карту мы оставили в описании, и вы сами смогли поиграть со своими друзьями. Приятного вам просмотра. Ура! Новый день в детском саду! Привет! Ура! Я соскучился, привет, я соскучился! Привет. Давайте быстренько в группу нашу! Так. О, смотри, новички есть! Офигеть, офигеть! Мистик! Странное имя! Нифига себе! Ярик! Привет, Ярик! Смотрите, бутылочки привет, вокруг! Ярик любит попить немного! Не знаю. Почему с бутылкой? Ой! Ой, а мы себе смотрите, в бутылке было послание. Послание в бутылке. Какое послание? Там было написано, что это за затряжившегося корабля какого-то, большого корабля. Нас зовут на корабль. Да? Идем на корабль? Я не знаю. Не знаю, там портал, наверное, какой-нибудь. Наш портал, секретный, секретный. Каждый день новый портал. Вперед, в портал. А мы не будем никого с собой брать, там уже будет прикольно, наверное. Кого мы будем брать? Я не знаю. Ярик мне не внушает доверие, мне кажется. Так. Каждый себе по паре. Не знаю. Эчка, что ты говоришь? Я говорю, каждый себе по паре возьмет. Ты кого? А может быть, смотрите, а может быть мы пойдем, а кто захочет к нам присоединиться? Да, в принципе, можно. Пошли, Игорек, пошли. Вперед! Ура! Петрович, угорим что-то. Смотри, что Петрович, тебе пропускай нас. Пошли. Петрович пропускает. О, портальчик. Как-то он изменился. Да, все готовы? Давайте в ряд. Раз, два, три. Так. Смотрите. А Рома с Яриком уже, смотрите, они уже ждут. Так, откуда у них корабль? Они же маленькие. Они какие-то, они гангстеры. Вы только посмотрите, какой там большой лайнер. Давайте отправимся туда. Я буду ехать за пулеметом вперед. Давай. Подождите. Ну давай, давай. Я села. Вперед. Села. Да, все, да, давайте. Да. Какую сторону ничего не вижу, слишком маленький. Куда? О, куда? Не знаю, вот туда, правильно. Сюда. Да, правильно. Нифига не вижу. Все правильно. Едь, Эдечка, едь. Нет, Эдечка, не туда. Не туда. Правильно. Едь, молодец. Yes, ага, да. Мне кажется, нужно взять немного левее. Да, левее, Эдечка. Эдечка, что ты делаешь? Все, сюда. Нет. С другой стороны, сейчас, первый раз за рулем, сейчас. Развернуть? Мы умрем! Да не тихо, сыки, тихо, не сыт. Мне кажется, он не умеет водить лодку. Да первый раз, ну все же. Рома укачал. Рома, держись! Сейчас разворот! О! Вижу ступеньки, подъем. Так. Я вижу подъем. Паркуемся. Тихонько. Так, аккуратно. По чуть-чуть. Все, Все нормально? Все живы? Да, живы. Так, ой. Так, сломал лодку. Рома! Рома! Нет, они утонули, они пали с меня. Мы потеряли друзей. Ну, хрен с ними, вперед. Я нормально. Нормально, так. А что мы тут делать-то будем? Смотрите, там какая-то одинокая девочка сидит. Чурная моя, я... Игорь, я первый ее увидел. Это моя. Нет. Есть... Здрасте. Здрасте.
Молчаливая какая-то? Ну уйди, дай! Нет! Зачем она нужна? Женя, ты не понимаешь, Женечка, ты не понимаешь. Я понимаю, стойте. Яблоки вкусные, не достаньте этой девочки. Дай жопу твои яблочки. Так, Игорь, она моя, она моя. Тихо, Эдиска, уйди, Эдиска. Нет, у тебя уже были бабы, я девушку уже полгода за ручку не держал. Уйди, кстати, жизненная история. Ну да ладно, уйди. Я тоже, уходи. Так, предупреждение, смотри, что у меня есть, Игорь. Что? Смотри, что у меня есть. В смысле? Это страшно. Уйди. Не нервируй меня. Мы хоть друзья, но все же. Отойди, она моя. Так, как... А нет, уходи! Да а нет, ты отстань, нет! Здесь есть я вам не нравлюсь, смотрите, да какая красивая. Игорюня, что за маньячина? Нужно отомстить за друга! Женечка, помогай! Женечка, помогай! Нет! Как нервы! Мы... Мальчики, у вас есть я, зачем вам это Настя? Мы команда, зачем вам это Настя? Горюшка, она тебя убила, а мы чуть за нее не поссорились. Так, ладно, Эдичка, давай тогда будем мириться, да? И да. Больше никогда не ссориться. Да. Давайте, мизинчик. Давай. Печу у него еще, на. Держи, еще одну. Фух, Женечка, мы чуть за бабой не поссорились. А я вообще, мне обидно, я баба с такими сисюнями, с ушками. Это мне интересно. Женечка, иди сюда, Женечка, не обижайся, держи, это тебе, не обижайся. Нарубим за эти кусты. Женечка, букет Женечке. Да, вот. Спасибо. Ой, мальчики мои, как они едят. Держи, Женечка, вот, завалим тебя цветами. Вот видите, этот лайнер круизный вообще ничего хорошего не принес. Я предлагаю возвращаться в детский сад. Согласен, говно, только поссорились и убили какую-то бабенцу. Да, пойдем. А как нам отсюда выйти? Так, вот это проблема. А где тут выход? Во, а ну давайте сюда, Женечка, Игорюша, давайте. Вот сюда, за мной, идите сюда. Сейчас экстрим будет, Женечка, иди сюда. Да, видишь? Ой-ой-ой, я боюсь, Женечка, Женечка, смотри на меня. Я не умею плавать, спасибо. Женечка, посмотри на меня, закрой глаза, я тебе дам ручку. Закрыла? Да. Пошла, первая пошла. Помогите, я не умею плавать. Игорь, спасаю. Так, вот, подталкивай, давай. Хорошо. Я не умею плавать, Давай, я подтолкну. Нет, спасите. И что нам теперь делать? А, мне кажется... Да, тут есть запасной корабль. Ну-ка, давай, Эдичка, вот так, поехали. Садитесь. Ой, Куда? Женечка, давай, веди ты. Стряла. Ой, я села. Ты не знаешь водить. У нет патронов. Дай я. Оставь это дело мужику. Ты сел, да, Эдичка? Сел, давай. Все? А, поехали. Вперед. Какую сторону опять ничего не вижу? Ага, мы едем, да. Ай! О, прям иди. Смотрите. Эдичка, ты протаранил. А Рома нас ждет уже тут, смотрите. Рома, привет. Он выжил, а Ярик тоже тут. Ярик тут. А мы думали, они умерли. Привет. Рома. Да, давайте возвращаемся домой. Давай, как бы их затолкать? Ай, нет, ты упал! Эдичка, нет! Вылезай. Раз, два! Два, три! Ух! Вытащи! Ой, я не вижу. Детском садике, слава богу, можно посидеть, покахать. А Рома с Яриком, они уже пришли? Мне как... Игорь, ну как не стыдно? При девочке! Застеснялась. Так, а мне интересно, они вернулись? Да, вернулись, смотрите. Они вернулись, они уже по своим местам. Рома, как тебе путешествие? Рома доволен. Ярик опять за бутылку взялся. Нормально. Мне понравилось. Мне тоже понравилось. Кстати, уже день подходит к концу, и пора возвращаться домой. Да. Эх, детский садик. Мы вернемся сюда завтра. Да, вернемся. Ребята, давайте наберем побольше лайков, тогда мы будем чаще ходить в детский сад и будем чаще путешествовать в разные места вместе с Эдичкой и Игорюней.
Да, ребята, наберем 5000 лайков, и мы завтра же вернемся в наш детский сад. И также не забываем подписываться на наши каналы, ссылочки на всех будут в описании. И также, ребята, не забывайте писать свои положительные комментарии, мы читаем все комментарии, на самые интересные отвечаем. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока. Пока, ребята. Всем пока.